Скажите, вот сейчас отключили горячую воду. Как вы живете без горячей воды? С бойлером. А вы не боитесь, что будут вам придется оплачивать за отсутствие горячей воды, так как отключили воду на 4 месяца до начала отопительного сезона? Ну, на данный момент справляюсь. Буду решать проблемы по мере поступления. Ну, кто бойлеры покупает, кто греет на газе. У нас колонка дома. А много получаете вот теперь за газ? Ну, достаточно, да, но стараемся экономить. Редко сейчас включаю горячую воду. Посуду мою под холодной. Нету. Как вы? Мне сейчас и холодной хватает. Вы холодную? Жарко, да, я в холодной купаюсь. Ну, вот горячей воды не будет аж до середины октября. Что будете делать осенью? Осенью? Не знаю. Посмотрим. Греть? Будем греть. А что делать еще, да? И с холодной живем. Вот как так? Так это вот, начиная с третьего этажа, вообще нет воды. Насоса нет у вас? У нас нет насоса, у нас старый дом. А есть вариант? Воды нет. А? Давно воды нет? Второй год. Включаются. Короче, напора вода нет совершенно, да, соответственно, ну, никакого, это как 21 век мы живем, никакого, получается, да, никакого развития и прогресса. Вроде как первые этажи слышала, что им неудобно. Что им неудобно, шум, насос. Да, ну это вообще, нонсус. Это нонсус, просто-напросто нонсус. Абсолютно. Вы горячей водой пользуетесь? Конечно, пользуюсь. А что сейчас делаете, когда отключили ее на 4 месяца? Ну что, газом пользуемся. Греет? Греем, естественно. За газ будет приходить теперь больше. Соответственно, будем платить еще больше. У нас нет горячей воды. А как вы пользуетесь? В доме вообще колонка. Она у нас... А есть за газ у вас счетчик газовый? Есть счетчик. Оплачиваете газ? Сейчас стало больше вам оплачивать за газ с колонкой, за воду, ну, подогрев? Конечно, да. Но мы зимой пользуемся колонкой, так что нам... Субсидию оформили? Оформили. Вопрос, как без горячей воды обходитесь? Как мы обходимся? Моемся холодно, закаляемся как сталь. Знакомы проблемы отсутствия вот горячей воды сейчас? Нет. У меня все в порядке, есть горячая вода. Как вы нагреваете? Бойлер. Ну, а вообще так, значит, что отключили горячую воду, да? Наверное, не знаю. Сейчас многие устанавливают бойлер. Не, у нас такого нет. Мы греем на печке, да. Бойлер дорого поставить? Да. Сэкономить на горячей воде, то есть минус горячая вода плюс большой запах, ну, как-то... Ну, горячей водой я не пользуюсь, у меня, допустим, колонка стоит. Колонка, да? То есть за газ? За газ плачу. А газ дома потребляете? У вас счетчик на газ? Есть счетчик на газ, ну, как таковой. Я бы не сказал, за воду сейчас больше платят, чем за газ.